Агрессор переместил дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» на расстояние до 50 километров от границы Украины с Белоруссией, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК «Искандер-М» в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины, говорится в сообщении. На северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения переброски наших войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска Пагар и населенного пункта Случевск Брянской области, говорится в сообщении. Напоминаю, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля, враг атаковал нашу страну, в том числе и с территории Белоруссии. Украинская разведка узнала, что некоторые военные национальных вооруженных сил Белоруссии воевали против нашего государства в составе российских частных военных компаний и были ликвидированы. Справка АВС «Искандер» — это семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов, которые относятся к классу «Земля-Земля», дальность поражения целей ОТРК «Искандер-М» составляет не менее 500 километров.